Эй, док, давай дадим назад. Для разгона дороги не хватит. Дороги? Там, куда мы едем, они нам не нужны. В городе это было до Пхилавелли. Посудка, порядок. Вытащи карманы. В будущем так ходят все подростки. Кепочку. Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти Макфлай, поскорее прилетай. И с собой меня возьми, да в машину времени. 16:29, среда, 21 октября 2015 года. Встречался Макфлаю доктор Браун. Черт, черт! Пошедший да лохматый доктор Браун. Как часы? Вот бы нашей почте работать с такой точностью. Марти Макфлай. Эх, Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти Макфлай, поскорее прилетай. И с собой... Электроснурки, класс! Машину времени! И давай они по полной развлекаться. Попал! Да между прошлым и будущим кататься. Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти Макфлай, поскорее прилетай. И с собой меня возьми, да в машину времени. Полюбила вся планета ту киношку, хоть оно, конечно, все и понарошку. Эх, Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти Макфлай, поскорее прилетай. И с собой меня возьми, да в машину времени. Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти, да Марти, да Марти Макфлай. Эх, Марти Макфлай, поскорее прилетай. Изи, Сушки. Машина времени. Сушка. Куртка сухая. Марти, мы ждем тебя. Наверное, ребята, вы еще не созрели. Но вашим детям понравится.